Жур, там есть для тебя. Жур, это для тебя. С днем рождения тебя. Happy birthday, бро. Спасибо, брат. Спасибо, брат. Ого. Понял? 50 лет? Да. Вы раз женились, не, все, вы, да? Вообще... Понял, да, женились, конечно, надо. Да. Раз женились, Кило все, человек светский, да. Знаешь, почему? Потому что у него самая лучшая жизнь. Прислушайте, вот. Сейчас я познакомлю с его самой. Как вы долго искали, или как у вас в поиске с этим? Вы же познакомились с моей мамой? Как я искал ее? Сейчас я что-то познакомлю. Сейчас мои друзья начинают Кило Кхао Роу Кхао Роу. Йоня, зови мою маму. Отбивал. Блин, Джибан, ты меня снимаешь? А? Привет. Давай, привет. Привет. Я такой же не особо связан. Это из Украины. Слава Украине. Да. Да. Вот это самая лучшая женщина. Да, это моя мать. Самая лучшая женщина. Ничего страшного, и так хорошо выглядит. Блин, мам, настоящий китаец. Ты больше на китайца похож, Ленин. Я больше. Дима, вот без шлап, кого мы только не видели, но китайца мы не видели. Далеко, далековато. Я очень хорошо китайский человек. Давай. Мамка разбирает волосы? Вы. Я не так, я понимаю, но... Мама, это чуть-чуть. Пусть все видят, да? Пусть все видят. Угу. Ну да. Да не, ну вот там вы любите... Иди, знаешь, что смеешь кушать? Пацаны, я занят. 生日聚会开到一半没电了, 因为战争. 然后我们就摸黑, 用手机. Ну что, да, приятного аппетита. Ай ё. 把手机放到这个地方，然后我们就摸着半黑来吃东西了。今天真是一个非常有意思的生日。刚才都是搞欧青福古斯呢 ，Vlad。欧青，欧青，你知道欧青福古斯呢？欧青搬家了一次。十五了吗？多少欧青还是？嗯。Живи, брат. Слушай, давай. Очень вкусно, с днем рождения, тебя, дорогой. Все хорошо. Просто у нас война, пропал свет. Mm-hmm. Понимаешь? Да, понял. 我安东兄弟说赶紧吃吧，然后多吃点，然后战争什么的没什么关系的。你看我们心态多好。对了，对面有一个大叔，他是说和我一起减肥来，不知道你们能看得见吗？Она мне рассказывает такое. Она говорит, я молюсь все это. И настает момент, что я начинаю худать, короче. Ну, типа, понял? Сверхъестественно, я начала чувствовать, как я уменьшаюсь, короче, понял? Она говорит, я задумалась о том, какие я буду вещи носить, если я похудею, понял? Из-за этого... 他们在谈论减肥的事情，在谈论我怎么减肥的事情。还说中心有很多个子又高的女孩子问我要不要成立家庭。话说你看我们这样撸猫，我这样撸猫，巴勒特会不会很不开心呢？他们在聊，他们在知道。Ну в таком случае, как же так? Вот редкий, но вот очень. А, я посмотрел. Картины, понял? Да.